А сейчас в Актюбинскую область. Там продолжается работа по подключению сел к газу и питьевой воде. Сегодня инженерные коммуникации подведены почти к 300 населенным пунктам. В своей очереди ожидают жители еще 40 сел. Согласно поручению главы государства, вопрос по водоснабжению должен быть решен уже в этом году. Также подключить к природному газу должны 8 сел. В 169 населенных пунктах он уже есть. В регионе в этом году завершается строительство третьей очереди газопровода. Бухара-Урал. Проект позволит держать в запасе свыше 500 000 кубометров топлива. Завершение стратегически важного проекта запланировано в этом году. Средства выделены из республиканского бюджета. Также будет решена экологическая проблема региона. В мае этого года в Актобе начнется строительство очистных сооружений.